день, дорогие друзья. Мы, хоры русской песни Дворца культуры, рады вас приветствовать в этот светлый, солнечный, правда холодный, но все-таки весенний день. Мы постараемся вам создать хорошее настроение, чтобы вы не пожалели о том, что вы сюда пришли. Итак, мы начинаем. Сегодня мы вновь прикоснемся к прекрасному и расскажем вам о композиторе песенки Евгении Павловиче Радыгине, человеке, который своим творчеством внес большую лепту в песенную классику нашей страны. Сразу скажу, что он автор таких известных и любимых народом песен, как «Белым снегом», «Куда бежишь, тропинка милая», «Едут новоселы», «Уральская репина». Евгений Павлович, так же, как и все его предшественники по нашей музыкальной гостиной, композитор-баянист, который до сих пор, несмотря на свои 89 лет, не выпускает баян из рук. Сегодняшний вечер будут вести Лариса Ермолова, Калина Ганжа и я. В исполнении хора прозвучит песня «Как у дедушки Петра». Слова народные, музыка Евгения Радыгина. Это одна из первых песен будущего композитора, который он написал в начале 50-х годов. Итак, как у дедушки Петра. Да.
Ладыгин родился 16 февраля 1925 года в городе Чусовском Пермской области. Первые годы жизни прошли в маленьких уральских городах Чусовском, Лысьве, Нижней Салге. Был единственным ребенком бухгалтера Павла Александровича и домохозяйки Елены Николаевны. Детство прошло в соседнем городе Лысьве. Женя рос бойким мальчиком. Со второго класса начал ходить в библиотеку, любил произведения классиков. Кроме литературы, страстно увлекался шахматами, фотографическим делом. Строгал из дерева зверушек. В пятом классе полюбил математику. Складывал в уме трехзначные цифры, удивлял сверстников и учеников, и учителей. Одним словом, был разносторонне развитым мальчишкой. Ввиду того, что мама играла на гитаре, он не мог оставаться в стороне и от музыки. В детстве Евгению не удалось получить систематического музыкального образования. В 16 лет, когда началось начало Великой Отечественной войны, он возглавил ансамбль песни и пляски в Нижней Салге. Много занимался с оркестром, выступал как солист-баянист. Именно в эти годы у юноши созревает решение стать музыкантом-профессионалом. Прозвучит песня на стихи Виктора Русакова «Девичья вечерняя» солисты Лидия Савельева и Зинаида Лукашкина. Мила матушка.
Следующая песня на стихи Николая Карташова «У границы» исполняет мужская группа. На реку